Просторы интернета служат для нас источником информации и являются проводником в мир невероятных событий. О самых актуальных из них мы расскажем вам в нашем выпуске. Обещал и выполнил. Социальные сети активно обсуждают поступок молодого парня, который подарил своему отцу автомобиль. Пользователи поддержали парня одобрительными комментариями. На видео сын приезжает на машине с огромным бантом, в то время как отец, не сдержав эмоций, заплакал. Видео набрало более 180 тысяч просмотров. Нашумевший видеоролик в социальных сетях, где во время представления на играх кочевников в Таласе люди прорвались на поляну, где происходило театрализованное представление для гостей игр. Пользователи бурно отреагировали на произошедшее. С огромным количеством людей было сложно справиться и правоохранительным органам. Популярность на просторах интернета набирает видеообращение Арнольда Шварценеггера к своему давнему другу Сильвестру Сталлоне. В ролике Шварценеггер поддержал Сталлоне с выходом в прокат пятой части боевика «Рэмбо. Последняя кровь», держа в руках подставку с подписанным ножом Сталлоне для благотворительного аукциона. Это была самая актуальная подборка новостей. С вами были Алтынай Акмашаева и Арген Салбаров, НТС Утралайф.